Мы с вами заперты в корабле. В непонятном месте. Все мертвы. Остались только мы. И тут еще ходит какой-то монстр. А причем опасный монстр. Который, возможно, может нас убить. Ну или покалечить на всю жизнь. Так, всем привет! С вами Миха Дарк Драгон, и сегодня, прямо сейчас, мы будем играть в хоррор под названием Фанторук. Ну что же, начнем, дорогие друзья, играть в этот, не знаю про что хоррор, но вроде как про космический корабль, что-то там будет у нас происходить. Появляемся мы с вами, собственно говоря, какой-то коптерки, я даже не знаю, как это назвать. И сразу же аналогия идет с каким-то Dead Space. Так, какие-то таблеточки. Карточки. Эта игра еще находится на стадии демо. По-моему, 0.8 версии. Ball. There a hope room. But you have to run, run, run. Беги, беги, беги. Вот это мне не нравится. Так, почему-то это вот подсвечивается, а взять я ее не могу. Или это просто лампочка такая? Видимо, такая интересная лампочка снизу. Так, что это такое? 1.5.8, да? Так, 1.5.0. Ацепт. 0.5.1. Ацепт. 5.0.1. Ацепт. О, сработало! Отлично! Так, что-то мне это уже не нравится. Знаете, есть Фантомас, есть Ваномас, а есть Фанторук. Так вот, что за Фанторук, мы сейчас и узнаем. Я могу взять вот это вот оружие, можно сказать даже. Гаечный ключ. Вот этот гаечный ключ бы ты взял, и я бы уже был бы спокойнее, честно говоря. Но ты не берешь его, не берешь. Блять! Ёб твою мать! Нихуя себе Фанторук! Ой, господи, извиняюсь за мат. Ой, господи, я не ожидал такого. Вы что, издеваетесь, что ли, на мной? Беги, ёб твою налево, беги! Я думал, вначале ничего не должно быть. Вы чего? Какого черта? Беги быстро, ёб шматрёж. Вы чё, офигели, что ли? Вот и Фанторук, собственно говоря. Собственно, персона. Открывай дверь! Все, мне... Кобздец. Фанторук. Фанторук ушел. Тише. А в чем за место-то игры? Что надо делать-то? Так, почему дверь не открывается? Прям вот, я даже вспоминаю тот хоррор. SCP-401, или как он там назывался. Там тоже сразу эта байда вышла, и я обосрался. И тут то же самое. Ну так, ребят, нельзя делать прям с самого начала. Вы чего, издеваетесь, что ли? С самого начала, идти твою мать, а? Где он? Ой, нехорошо мне, ребят. Ой, нехорошо. Еще какие-то размазанные по бокам зеленые херни мелькают. Тут прям чувствую. Сейчас мы напрёмся на него, по-любому. Блядь, хить. Мне аж прям страшно. Мы пришли назад. Нахрен, закрывайся! Закрывай! Блять, закрывай, сказал! Сука, закрой! Закрой! Не-не! Ты чё, дурак, что ли? Закрой! Так, давайте думать. Давайте думать, что нам делать. Мы с вами заперты в корабле. В непонятном месте. Все мертвы. Остались только мы. И тут еще ходит какой-то монстр. А причем опасный монстр. Который, возможно, может нас убить. Ну или покалечить на всю жизнь. Я его слышу, ребят. Я его слышу. Я не могу выйти просто вот так вот. Слышите его топот, да? Вот зараза, а. Бляха-муха. Ну что, почему делать-то даже не... Что-то вообще темно стало,
Почему так темно стало? О. Там что-то есть. Или это просто коротит что-нибудь, я не знаю. Надо туда сходить обязательно. Быстро, 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 быстро. А! Там что-то есть тоже. Тут меня явно убьет, да? Бляха-муха, да что ж такое-то? Или попробовать все-таки? Да вы чё, какой юдает? Нельзя, ну нельзя так. Ой, мышка. Ну мышка, бляха-муха. Ну ёж, матрёж, ну. О-о-о, ладно. Продолжаем уже без мышки. Так, все берем, берем. Ой, какой там уже код-то был, блин. 501, что ли? А, так, о, точно. Так, сразу бежим нахрен, 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 нахрен. Подбирай. Сейчас, погодите, посмотрим. По идее, он сейчас должен просто пройти вот тут рядом где-то. Чё-то он не идет. Эй! Выходи! Я знаю, что ты здесь, подлюка сраная. Падла, где-то рядом ведь ходит. Скотина. Куда идти-то, ё-моё? Кафетерия, офис. Пойдем в кафетерию. Или куда я иду вообще, я не понимаю. Так, тут много оружия, которое можно отбиться, но он не берет его. Офис, офис, туалеты. Так, пойдем в туалеты. Рука, там что-то рука, смотрите. Открой дверь. Ну. Ай, не хочет. Тише, 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 тише. Вот где он сейчас? Я надеюсь, он сквозь стены не ходит. Как SCP-401 или 402, я уже не помню правильное его название. Так, вот эти разводы мне не нравятся. О, карточка! Это уже что-то. Ой, смотрите, бочонок как глаза и андроид. Бочонок андроид. По-любому. Так, нет, стойте, прям стрёмно выходить, я не знаю, что делать. Где он? Ой, бляха-муха, все, мне кобздец сейчас будет. Жопа-то какая, а? Какая жопа, ребятки? Я вообще прям, ребятушки, ребятки, пацаны, вообще. Нам кобздец сейчас будет. Нам. Вот готовьтесь, ребята. Все, кто пьет чай, сразу отбрасывайте кружку в сторону. Потому что ты сейчас будет что-то страшное. Очень страшно. Тут секретики какие-то лежат, таблетки. Как вообще пользоваться таблетками? В, Q, Z, Ч, Ч, Ч. О! Чё-то я вколол себе. Да ладно. Опа, еще какие-то карточки. Если нас убьет, то я закончу игру, ребят. Я не знаю, что тут делать. Тут никакой вот точной... точной... указания нету в этой игре. Я не понимаю... Помнишь, говно? Вот и Фонтарух пришел. Господи, я закричал, как баба какая-то. Я не знаю, что делать. Вот это была жесть, конечно. Я же... Я довольно... Фу, я его не ожидал даже. Я...
У-хо-хо-хо, ничего себе, ладно. Ладно. Игра, ты меня победила. Я не знаю, что тут делать, но надо какие-то карточки, видимо, собирать, как в Слендере. Ну, это, конечно, капздец был. Так что, ребят, поставляйте лайки, ставьте комментарии. Всем удачи и до новых встреч.